Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Вчера Эммануил Виторган трогательно поздравил Клару с ее первым днем рождения. «Кларочка, наша родненькая, сегодня у нас с папой счастливый день. Тебе первый годик, это случилось, мы так ждали этого дня. Будь счастливой, наша прелесть. Будь достойна имени своей бабушки Клары», — написала Ирина Млодик в микроблоге Эммануила Виторгана, который супруги ведут вместе. Нам сегодня годик. Годик нам, годик. Всего лишь годик один. Поздравляем, наше солнышко, Кларочка. Будь счастливой, пожалуйста, ладно? Мы тебя очень с папой просим. Это тебе. Тебе цветочки наши, солнышко. С днем рождения. Косичку давай снимем. С днем рождения. Будь здоровенький, пока. Все поздравляем. Счастливые родители опубликовали видео трогательного общения Эммануила Гедеоновича и маленькой именинницы. Родители пожелали Кларе быть достойной имени, которое девочки дали в честь бабушки. Ну, раз, два, три. О, ну, с днем рождения, миленький, с днем рождения тебя поздравляем с папой. Будь счастливой, да, будь здоровенькой нам. Да, вот это твой тортик тебе испекли, Ирочка испекла. С днем рождения. Ну, молодцы. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.